Сьогодні. Жуткий запах превратил мою жизнь в ад. Это письмо поразило всю нашу редакцию. Все думают, что я не чистоплотный человек. Она потеряла друзей, уволилась с работы и превратилась в настоящую затворницу. Люди слышат этот запах. И как же я могу, понимаете, травить людей? Это какое-то запах... заболевание, простите? Да, есть такой вариант заболевания. Она говорит, от меня воняет, ты не слышишь. Вот ты не слышишь. Синдром рыбы – выдумка или страшная болезнь? Ток-шоу «Говорить Украина». Сьогодні після вечірнього випуску событий на каналі «Украина».